командующий БГТРом построил, выставил патрули, сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины, и еще дополнил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя. Вам ваш командир сказал, что вы готовили мешки для вас же? Да. И как вы отреагировали? А все охуели. Как фамилия, имя, отчество, звание? Подполковник Сенок.